санатория Белокуриха относится к сети санаториев Русь, Катунь и Белокуриха. Это санатории, где одно руководство. Отличаются эти санатории тем, что у них очень качественное натуральное питание. То есть они выращивают сами свои овощи. У них есть производство свое, там и пельмени, и вареники. То есть они из продукции закупают максимум там макаронные изделия, рис и фрукты. Все остальное они делают и готовят сами. Очень сильная лечебная база, хорошие врачи, бассейны. Ну, единственное, что вот по номерному фонду они сейчас проводят реновации различные. А лечебная база очень качественная, хорошая. И все туристы, которые здесь отдыхают, очень хвалят. Санаторий Белокуриха отличается еще от других санаторий тем, что у них есть водный мир. Это огромный комплекс спа, бассейны, хамамы, джакузи. Сегодня вечером мы пойдем туда, я вам все это сниму. Вот здесь лобби-бар, мороженое, кофе, чай. Вот там дальше водный мир и лечебное отделение. Ресепшн. Множественные награды, прекрасные отзывы, то есть санатории достаточно хорошего уровня. Два корпуса, южный и северный. Смотрите, в санаториях Белокурихи есть такое, что, например, один этаж — это 3 звезды, другой этаж — это 4 звезды. Вот нужно четко понимать разделение. Поэтому вас могут заселить в один и тот же санаторий, но он будет, номер будет 3 звезды. Одноместный номер на одного человека. Холодильник. Телевизор большой. Девятый этаж, полностью обновленный. Вот в холле утюг, гладильная доска. Сейчас нам покажут двухместный улучшенный номер. Стандарт улучшенный. Номера после ремонта. На полу ламинат. Все очень чисто. Большой телевизор. Хорошая душевая кабина. Номер категории люкс. Все номера с балконом. Люксы идут двухкомнатные. Здесь вторая комната. Раскладной диван. Можно поставить доп. Место. Еще один телевизор. Номера после ремонта. Номер студия. Гостиная зона и зона спальни. Номер с балконом. Стиральная машина. И ванна с душем. На втором этаже находится ресторан. Смотрите, тут 3 категории питания. Это стандартное питание, шведский стол. Это премиум питание, шведский стол. И люкс питание.
премиум питание, что это такое? То есть это может приобрести, в принципе, каждый, даже тот, кто заселился в стандарт, доплатить, и у него будет премиальное питание. То есть это более расширенное питание, где-то морепродукты входят. Вот о чем я и говорила. Южный корпус, 4 звезды. На втором этаже при входе в ресторан можно приобрести экскурсии, стойка с чаями. Вот такая прекрасная книга большая. Премиум питание, отдельный зал. По типу сделан ресторана. Здесь накрывается шведская линия. Более расширенное питание. Но нужно всегда помнить, что санатории больше направлены на правильное питание, то есть диетическое питание. То есть не ждите тут такого ассортимента огромного, как в турецких отелях. Такого здесь, конечно, не будет. Но все вкусно, по-домашнему. Напоминаю, что у этой сети санаториев свои фермы, свои теплицы, свое производство, они делают и пельмени, и вареники, то есть вся продукция качественная, натуральная, поэтому можете спокойно бронировать, будет все очень вкусно. Четыре зала питания, то есть два зала шведской линии стандартное питание, один премиум и один люкс. Еще раз напоминаю, что питание здесь экологически чистое. Они выращивают все, свинину, говядину, баранину. У них цех по производству различных натуральных колбас. Овощи выращивают. Всю продукцию делают сами. Санаторий имеет даже свой пивзавод. То есть делает 4 сорта пива. И можно даже продегустировать. В санатории есть киноконцертный зал, бальный зал, проводится активная анимация для детей и взрослых. Можно поиграть в бильярд. Представлены процедуры, связанные с отпуском. Вот. Основной лечебный фактор – минеральная вода, азотокремнистая вода с небольшим содержанием радона. Воды белокурихи никогда не были радоновыми водами. И пришлюпывать курорт радоновый, это, конечно, неправильно. Потому что содержание радона в нашей воде от 6 до 8. Лечебное отделение очень сильное, то есть в основном направлено на сердечно-сосудистые заболевания, ишемия, постинфарктные состояния, стенокардия, гипертония. 3 кардиолога у них сильнейших, которые работают в отделении. Также лечение опорно-двигательного аппарата. Самое главное, это что у нас? Это боль в спине. Работает врач-ортопед. Также сосудистые поражения мозга, эндокринология. Эндокринология преобладает только в этом санатории, лечебная база. Еще в Белокурихе только один санаторий, который эндокринологическое отделение имеет. Это Россия. Сахарный диабет 1-2 типа. И очень важно, что здесь есть, это лечение бесплодия. То есть гинекология тоже очень сильное отделение. Новое отделение открыли, спа-отделение. Ну и водный мир, который я вам покажу чуть позже. Здрасте, простите нас. На минеральной воде. На втором этаже спа-центр, аптека, картинная галерея и Алтайская холмогория. Тут крема, травы.